Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Карыч, Арекс, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классная карта, и тем более еще круче режим, потому что мы будем ставить очень много аниматроников. Если вы кушаете, приятного аппетита, а я буду ставить очень много штук. Пацаны, вы готовы? Да. Я тоже готов. Давайте с этого пилпак вот прям сразу наставим. Так. Надеюсь, лимит не сработает. Пацаны, они знают эту карту очень хорошо, а я прописал. Видите, я же вам говорил, убегайте, глупцы. Ну что, выживание начинается. Чтобы взять оружие, надо подлететь в воздух. И смотрите. Блин, а ребята, а мне нравится то, что я могу улетать и падать им на голову. Так, я понял. Давайте будем экспериментировать. Это новая рубрика, которую я еще ни разу не обкатывал. Если вам понравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И будем мочить всех аниматроников каждый день. Оружие нам не помогает, что делать? Оружие помогает, надо просто очень правильно и грамотно брать. Помогает, должно помогать. Не сильно. Ой-ой-ой-ой-ой, это кольцо убивает, кстати. Давайте покажу, почему в этом прикол есть какое-то оружие брать. Все-таки я умру от кольца. Видите, оно убивает моментально. И аниматроник хотел меня сейчас затоптать. Так, что-то они на месте топчутся и не хотят нас мочить. Давайте их начнем дразнить уже. Раз они залипают. Так, они на какой-то части карты плохо бегают. Ну, кстати, не все паки. Ага, сам себе западло сделал. А, оружку можно вот тут в углу брать. Вон там вот. Вон там вот. А, у меня есть двойной прыжок в запасе всегда, поэтому можем его сюда очень классно использовать. Так, Фокси как-то очень странно бегает. Да ну, я же вроде далеко был. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Все, мой челлендж, добежать до того угла. Так, смогу ли вот еще второй запас прыжка? Да, все-таки я не долечу до того. Было бы классно бы сразу с одного раза долетать куда надо. Пацаны, оружку оставьте мне, хорошо? Нет, тут уже нет. Есть, есть. Я так буду в воздухе долго висеть, что она появится. Базука, базука. Отлично. Пою. Идите отсюда, здесь пришла. Ну что, ребята, я готов их мочить. Пошла жара. Ого, чека сюда прибежала. Ой, извини, я не хотел. А, это крошка делала. Ой, блин, по своему стреляю. Ну, так, внимательно смотрим. Пришла, пришла, пришла. Офигеть. Блин, классно. Я прям возле него пролетел. Сзади. Летим, летим, крошка, летим. Сзади. Так, они начинают здесь уже бегать быстрее. Видно, они в песке, да, пацаны, буксуют? Как вы думаете, сколько у них жизней? Много. Ах, ты жопа, я тебя не увидел. Так, а хорошо. Да-да-да, на хитрую, да? Так, бежит, бежит, смотри. Прыжок, Аня, он за тобой агрится. Он за мной не агрится. За мной бегут чики, это за мной? Ну, чики. О, я могу назад вернуться, они как бы падают. Так, и я возвращаюсь прямо на чики, на голову. Я успел. С гравитацией слабо, очень круто играть. Не знаю, почему мы раньше это не придумали. А эту идею подсказал мой сын Ярик. Так что ему респект за такую классную идею. Летим до оружки. О, тут же ступеньки есть. Интересно. А, да, они сюда могут тоже прибегать. Так, давайте проверим, убиваются они или нет. А, пацаны, они не убиваются почему-то. Это бессмертный дом. Хорошо, это был пробный тестовый запуск. Стая диких котов. Убиваются. Так, хорошо, мы нашли все-таки NPC-ша, которые мочатся. С этого пилпака, получается, они все мочатся. Дикие обезьяны. Да, эти, кстати, подгружают немножко систему. Но ничего, мы их сейчас повыносим. Оружка, оружка. Моя вся оружечка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что? Ничего себе, меня ж залагало. Да? Это из-за обезьян. Мы их сейчас немножко удалим, это из-за них. Они между собой там лагаются. О, все, смотрите, четко стало. Ну что, по башке. Помогай, помогай, пацаны. Давайте посмотрим, никто. Они, может, хитрые эти котяшки бегать со стороны.
следующий раз, ребята, знаете, что мы с ними? Мы поставим один стол, и на том столбе будет помещаться только один человек, и внизу нас станет тоже куча монстров внизу. Из цепишек, NPC-шек. И посмотрим, что с этого получится, когда будет только один человек помещаться, а другие будут его скидывать острочами. Интересно, в воздухе можно подстрач бить? О, в воздухе можно подстрачник бить. Все, мы придумали новый режим. Это будет эпично. Пацаны, мочим всех, кто... Есть, еще одного убили. Только друг друга не мочите. Ой, сори. Бывает обстоятельства. Есть, убил. Вынесли. Так, пацаны, это все кошаки? Да. Нет. А нет, еще на синей базе. Ура! А, я вижу, тут еще Бонька с той серии остался. Вы его удалим. Так, вроде всех, да, удалил? Да. Смотрите, кто у нас есть. А? Они быстрые. Это классные. И они, кстати, оптимизированные очень. Все, пацаны, больше не буду. Я успел. Вот это они шустрые. Пацаны, прощайте. Вот, это мне нравится. А вот теперь у нас начинается эпик. Так, так, так. Давайте сейчас, ребята, постараемся выжить. Их не убить. Это просто жесткое выживание. О, Гойк там бежит. Нет, они за мной. Они за мной. Я даже оружие подобрать не могу. Блин, пацаны, прощайте. Пацаны, сильно мочат вас или нет? А, я вижу, я вижу. Ты отталкивался от их башки. Ребята, смотрите, как он там бежит. Давай, Бенди, я в тебя верил до этого момента. Угоник, звуки издают конченые. Конечно. Блин, тут, конечно, очень много классных аниматроников есть. Сейчас мы еще поставим. Я успею. Я перед носом удалил. Так, удаляем еще, пацаны. Все-таки хочется проверить на этой карте всех. Я не знаю, сейчас у вас потянет компьютер или нет. А, давайте проверим, бабка будет за мной только гоняться или за вами тоже? За тобой. Только за мной, да? Да. Нет, за мной тоже. А прям баба. Не, не бьет она вас. Так, бабка, исчезни, бабка. Бабка не хочет исчезать. Вот. Вот этих я не хотел ставить. Ну ладно, пацаны, покажу вам один раз их. Бабка, ты еще откуда взялась? Это у меня еще две бабки будут преследовать. А, это не я их поставил. Нет, я знаю, кто это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пацаны. Не ультра быстрый. Смотри, как он бежит за мной, классно. Так, ребята, попробую их перепрыгнуть по красоте. Прыгать надо заранее. Вот так вот, видите? Можно на их голову вставать? Я не знаю, пацаны, пробуйте. Блин, это очень сыкотно, очень. Конечно. А их можно убить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творится? Пацаны, пацаны. Звук зациклился. Я успел! Я не успел. Знаете, они как с боксом, можно на них... Пацаны, хорошо. Это было реально очень жестко. Я не ожидал, что они такие мощные. Я на голову, короче, встал и все. Я вижу, мне ноги. Так, чтоб не застревали. Все, у меня начинает подлагивать даже. Пацаны, давайте, я вас верю, вы сможете. Ой, я зря немножко не то сделал. Прощайте, я сейчас умру, наверное. Да, их сильно прям мне мочат, конечно. Мама, они... Так, я выживаю. Я тоже. Классные звуки издает. Их очень много. Так, бегут, но не за мной. Тянем до последнего. Да, тут надо только спрыгивать и бежать резко. Короче, это читы. Какие читы? Да, это они звуки постоянно издают, когда атакуют. Люди, просто пусть они у вас столпятся, а вы на голову прыгайте, до их голову. Давайте я им бомбу сброшу маленькую. Смотрите, у меня тут это... У меня все застряли. Димас, иди сюда, я король Голден Фредди. Ладно. Не, они не умирают, да, от таких взрывов? Нет. У меня есть для них бомба. А ну давай, ух, тут черная карта аж стала. Что-то они этот перестали ходить. Я их нормально, да, раздуплил, пацаны? Ладно, за мной. Вот бомба. Димас, за... Ой-ой-ой. Так, не буду возрождаться, буду лежать и смотреть, потому что все равно умру. Бум. Прощайте, должны умереть.
прощайтесь. Мне нравится, я умер и еще раз умер. Это двойное умирание, что ли? Давайте помогу. Активируй. Ой, что сейчас будет, ребята. Надеюсь, не вылетит на рабочий стол. Ой. Я тебе помог немножко. Ого, я улетаю. Вот так, чтобы было видно. Улетаем. Мне странно, почему она еще ничего не активировалась. Ой, все. Все. Уничтожен. Я возродиться. Я возродиться не могу. Ой-ой-ой. Все, возродился, ура. Офигеть. И хитрус, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.